Здравствуйте, меня зовут Даниил Вячеслав. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений в домашних условиях. Футбольный мяч убираем в сторону, сегодня он нам не понадобится. За место мяча у нас сегодня обычная подушка, которая есть в каждой квартире. Начинаем наше упражнение с поворота корпуса в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Данное упражнение делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение, маленькое пояснение, подушку в этих всех упражнениях чуть-чуть стараемся сжимать руками для дополнительной нагрузки на верхний плечевой пояс. Следующее упражнение, подъем на мыски и с одновременным вытягиванием рук вверх. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это упражнение очень хорошо, потому что оно задействует и ноги, и верхний плечевой пояс. Также 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение у нас заключается оно в том, чтобы с одной стороны мы опускаем и кладем подушку, с другой стороны мы ее берем. И так вот мы делаем 10-12 раз. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Данного упражнения нам хватит 8 повторений, также на 3-4 подхода. Следующее упражнение – это руки, исходное положение, руки перед собой. Ноги, голеностопные суставы стопы расставлены в стороны и небольшие приседания, подчеркиваю, небольшие. И одновременно сдавливаем подушку руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Продолжаем наш комплекс. Далее упражнение боковые выпады в сторону с поднятием опять рук вверх. Данным упражнением мы задействуем и верхний плечевой пояс, и ноги. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Это упражнение необходимо делать на каждую ногу по 10-12 повторений, также 3-4 подхода. Следующее упражнение – это берем подушку в одну руку и наклоны в сторону руки, где у нас подушка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Также мы делаем на каждую руку 10-12 повторений, 3-4 подхода. Маленькое замечание, что мы здесь не просто так держим подушку, а сжимаем ее рукой. То есть это упражнение на кисть, можно так сказать. Следующее упражнение также у нас комплексное. На верхний плечевой пояс и на ноги. Мы делаем выпад правой ногой вперед и поворачиваем в левую сторону корпус.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Данное упражнение чуть сложнее, чем все остальные, поэтому делаем 7-8 повторений на каждую ногу, также 3-4 подхода. Выполняем легкие прыжки на месте. В этом упражнении у нас задействуется сердечно-сосудистая система, кровеносная система, дыхательная система. Опять же, делаем по 30-35 секунд, но или до утомления, до одышки, исходя из вашего состояния. И заключительное наше упражнение сегодня – те же самые прыжки, но на одной ноге. Поменяли ногу. Также делаем по 20-30 секунд или до утомления. Всем спасибо за хорошую тренировку и всего доброго.